господи, что это? Жесть. Привет, кто слышит? Так. Меня по всем врагам, короче, пронес. Засранец. Нет, не тронь меня, чувак. Не тронь, неужто с первого раза получится пройти? Да, прикиньте, с первого раза левел затащил. Вот это успехи. Вот это я понимаю. Просто игра пробегается, походу.
Ай-яй-яй, отстаньте, ребята. Вас что-то чересчур много. Да вы достали! А! Все-таки в некоторых местах бежать противопоказано. Нужно ждать. Нужно ждать. Вот оно оружие. Замечательнейшее. Сучара. Ах ты! Чуть-чуть прям. Ух ты, ах ты. Привет, Бомбас. Доброе утро. Ну, ты пока один. А, вот Белазис пришел еще. Ну а что делать? Хочется пройти уже. В конце концов. Да, пошел ты к черту! Козлин! Всю малину. О, привет, Блэзер. Я специально не начинал подольше, как знал, что народ запаздывает. Пошел взад. Я скоро иду, у меня подруга диплом получает сегодня. О, круто, Бомбас. Ну, ничего страшного. Будет еще стрим обязательно. Поздравления подруге. Хотя и мои поздравления, наверное, до лампочки. А, нифига. Ого, тут есть еще один выход. Не знал. Ты выходишь, получается, с этой стороны, да? А, его я разбил уже. Подсадил на стрим. Прикольно. А я как не пытался преподнести, ничего не получалось. Не в теме, короче. Thank you.
Оу, офигеть. Так, а здесь вообще, по-моему, внизу есть жизнь. Бывают даже семейные пары, где оба стримеры. Да, это вообще идиллия просто. Должно быть, не знаю, как на самом деле. Может, это, конечно, свои подводные камни, типа там, кто стримит. Или там, не разговаривая с чатиком слишком громко, ты мне спать мешаешь. Какие-то такие терки. Бытовуха на фоне стримов. Она всех ретро-обзорщиков знает. Прикольно, прикольно. А удава знает? Покажи удава. Да ёлки. Что ты вообще слил прям все. Да, удав 213. Загугли в этом самом в YouTube. Это самый ферзь, короче, среди ретро-обзорщиков. А, блин. Ч-ч-ч-ч-ч-ч, хвостом, как он нафигачивает хвостом? Это просто жесть. Полжизни. Чук-чук-чук. Комбо такое прям. Шлеп-шлеп-шлеп. Оп-оп. Что, родненький, прилег. Александр Матюнин, по-моему, его зовут. Удав. Если я не ошибаюсь. У него коронная... Ну, если там быть в теме, короче, и смотреть... смотреть прям самую первую серию, короче, там у него фишка такая, он все время шлепки делает руками. И он такой, всем привет! Так, шлеп-шлеп. И это вошло уже в такой фольклор своеобразный. А у меня какая фишка? Блин, ну я просто не этот самый, не обзорщик, поэтому, в общем-то, у меня пока фишек никаких нет, особо таких. Ну, хотя, может, и есть. Чай на стриме, например. Уходить внезапно. Тоже. Есть такая фишка. Бери, какой долгий уровень. Даже первый звонок, вторая тема бухло, да, например. А, я вам, кстати, говорил про последний левел. Я же понял, в чем фишка-то на самом деле. Этот удав неадекват. Ну так в этом и прикол, Бомбас. Это Стёп просто. Он такой прикольный, кругляш такой, короче. С голосом мужика такого, я не знаю. И у него там кошка все время. Блин, стрим прекращается внезапно.
Вот, так про концовку. В общем, я понял, в чем фишка была. Я почти был близок, я был несколько раз даже близок к концу. То есть это был последний левел, до куда мы доходили. Вот, и там нужно было просто тупо вверх стрелять. Представляете, просто тупо вверх. Я стрелял до этого куда угодно, но не вверх. Стрелял в бок, влево, вправо, там, разными оружиями, Я с тобой не играю. Можешь сколько угодно прыгать. Привет, Инокс. А! Тихо-тихо-тихо-тихо. Съездил я на аттракцион 2 дня назад, понравилось, но хотелось бы повыше. А что за аттракционы? Это парк какой-то? Я не знаю, я для себя сделал четкий вывод, что это все чересчур жестко для меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас убьют гады, так и знал. Так, и оружия нет, что со мной. По одному отстреливать. Да иди ты. Дива остров в Питере. Ага. Будем, значит, отстреливать по одному. Если они такие дерзкие. А, промахнулся, промахнулся. А ты в Комарово не был, кстати? Говорят, хорошее местечко. Или я, может быть, спрашивал у тебя уже, я не знаю. В Кемерово. Комарово, ну, под Питером где-то там, короче, есть... пляжи, все дела. Я вас, пожалуй, таким способом буду отстреливать. Короче, был в Питере один раз всего лишь, это очень-очень давно, наверное, лет 10 назад. Я думаю, что исправлю это недоразумение и как-нибудь отправлюсь. На недельку до второго я уеду в Комарово, да-да-да.
Все. Че, я могу спидранить уже эту игру. Можем соревноваться с кем-нибудь, кто быстрее пройдет. Тут тупо вниз все время. Здесь, правда, спидран не особый. Последний раз в 2001. А, что? Что? Закрыто. Почему? Блин, валим отсюда. Зачитался. А, последний раз в 2001, а до этого лет с 5 каждый год там был проезд на деревню в Рязани. Ясно. Сосредоточиться, короче, чтобы лихо пройти с первого раза. Показать результат вам. Блин, а я сегодня с утра смотрел Tomb Raider Chronicles в исполнении... в женском исполнении. Что-то прям так навеяло в Tomb Raider поиграть. Захотелось. Воу-воу-воу. Изи-изи. Ну, первая часть слишком тупорылая. В нее долго не поиграешь. Как бы там нужно знать, что делать реально. Потому что можно очень много времени потратить. Поиски. Привет, капитан Вихлюн. За кого все-таки сложнее? За мужика или динозавра? Я тебе не могу пока на этот вопрос ответить, потому что я вот только за мужика первый раз. Ну, в смысле, как это? Прохожу вообще. Я до этого несколько раз пытался дойти, доходил до последнего босса и не понимал, что делать надо. Теперь я знаю, что делать. Надеюсь, мы сейчас пройдем за мужика и заценим за динозавра. Собственно, вот уже, по-моему. Все, финишная прямая. В общем-то, последний левел. Сейчас главное отстреливаться. Ах ты сволочь, а! Как так получилось? Может быть, его чем-нибудь другим? Она легкая, Базер. Кажется, что... как бы... Блин, а почему? Я не понимаю. Нужно стрелять ему в голову, типа. Да ёлки. Последняя жизнь. Да ё-моё, что случилось? Почему? Я не понимаю. Объясните, народ, пока не поздно.
В чем смысл? Сволочь! А, это был последний жизнь. А, захожу на банку, собака съела банку арахисового масла. Блин, у нее запор будет. Привет, картофан. Что делать надо? Объясните, я не понимаю. Блин, я стреляю ему в голову, ничего не происходит. Фак. Ой, ладно, еще раз. Все равно на первых трех левелах, по-моему, никого не было. Привет, Бэтл. Гранатами оглушали? Да, вот это самое начало. Ну тут недолго, тут 15 минут вся игра занимает. 20. Привет, Домино. Отвали! Блин, засмотрелся. И он меня сразу хватанул. Как он так спокойно подлетает тебя, раз, так хоп, за шкирняк. Сейчас они меня здесь, конечно, завалят. Безусловно. Да. Поэтому, мне кажется, целесообразнее было бы ресетнуть. Тираннозавра гранатами. Вот, а дело в том, что я вчера его, короче, траил с помощью другого оружия. У меня было дохрена дробовика, и я его, походу, дробовиком убил и не придал этому значения. Вот, а как бы на самом-то деле нужно либо гранатами, да? Либо дробовиком. Не, бомбас не очень. Но не убил, просто отбивать атаки, типа его дробовиком получалось. Вчера, я говорю, вне стрима у меня получалось. Гарнитура вообще ни о чем, бомбас. Обычная для скайпа, Logitech какая-то там, короче. 1500, наверное, она стоила в свое время. Или чуть дороже. За динозаврика, ну да, почему нет, можно попробовать. Мне на самом деле хочется больше даже в первую часть поиграть Юрасика. Ну, она вот по куда я побежал? Засмотрелся. Она по виду такая же, как... По виду такая же, как вот эта за чувака. Только, соответственно, первая. Я начинаю что-то слоупочить. Нужно бежать вперед. Я на них отвлекаюсь. Жизнь, да она мне, по сути, не нужна. У меня там хватает. Да подсказываю, конечно. Ты мне уже подсказал с этим. Уже ничего не страшно. Да, такая же, только первая битва. Так и есть.
оставайтесь там. А где? А, на трубу надо, понял. А как? Пиксель джамп. О, блин, он даже на нее не цепляет. Дальше, что ли? Ну, а... Да это невозможно. Может, не на эту? А, сразу второй прыжок от нее. Спасибо. Весело. Привет, Картофан. Ага, окей, окей. Бегом, 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 бегом. Вася, Вася, отстань, отстань, отстань. Блин, динозавры эти, это жесть. Не, я не знал, что прям так можно оттолкнуться. Причем он просто на нее не запрыгивает на трубу. Сколько там спидран? 20 минут, да, или меньше? 15? Блин. О, нифига народу понабежало. Всем привет. Чатики и молчит. Блин, что мне нравится летом стримить, всегда много народу, несмотря даже на то, хорошо ли ты стримишь или плохо. Привет, Тайрд. Я так увлекся истреблением динозавра. Да, каникулы, отпуска, больничные. Да, я уже понял, понял. Тут можно вообще фармить, походу, дико. В этом левеле аж две жизни, насколько я знаю.
Ага, 17 минут, да. А чё вот вообще, если ты сделаешь спидран, то что, собственно, это дает? Вот я никогда не понимал смысл. Не, ну вообще, это, конечно, круто, да. Привет, Блок Макона. Я просто, вот, допустим, как его зовут? Веттель проходит там Мегамена. Что, ему денег за это дадут или что вообще? Или признание и почет в зале спидранеров? Ау-ау-ау. Ну, просто поймешь, что ты спидран сделал по этой игре, быстрее всех прошел. Все, классно. А, ну, в принципе, да. Сами виноваты, надо было вовремя функционировать. Тут уже все разбито. Привет, матрешка. Ну, потому что не... Этот Юрасик не очень согласен. Ну, так хотелось его пройти, что... Это просто игра детства, которую я... Привет, Джакотас Боб. Которую я так и не прошел. И вот пытаюсь исправить. Блин, ну как... Я прыгаю как-то по-дебильному. Да-да-да-да-да. И плюс вот как бы события... В свете последних событий про поводу фильма, там, все дела... Прям... Нахлынули воспоминания, захотелось поиграть. Lost World топич, но этот по геймплею хорош тоже. Графон, конечно, так себе тоже для Сеги. Тут... Писька увеличится. Фабино, мне кажется, это панацея вообще. Все должны теперь отмутить спидраны. Тут жизнь. Мне очень нравится Lost World, мы однажды с чуваком начали ее проходить, но в силу того, что там со временем были накладки, так и не закончили. Вот, а так игрушка классная, особенно боссы там вообще. Уровень сложности не влияет. Ну вот знаешь, я проходил на... Не помню, но на какой-то тоже жесткой сложности этот самый... Человек-паук и Кингпин. На Сеге. Она мне, кстати, чем-то напоминает ее. И, в общем-то, тоже там не отличается. А, я понял, понял. Так, секунду, нужно испить соку. На Game Boy Lost World. Фига. Надо заценить. Бежим, 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 бежим. Игнорим их. Очень долгий, нудный, однообразный левел. Давай. Блин, жалко, чатик не может цеплять фотки. Я несколько раз уже разочаровывался по этому поводу. Каждый раз, когда вспоминаю, что фотки не постятся.
Тоже разочаровываюсь в разработчике. Почему вот было сложно что-ли сделать? Был же на другом чате, который Ахламоновский. Товарищ Ахламон что-то там со СК2 не пошло у них, и, в общем-то, все. Теперь он не поддерживает СК2-шный чатик. Что, собственно, делает его автоматически бесполезным для меня. Свой замути. Ну, блин. Я буду рад, Белозист, если ты замутишь, мне пришлешь. Это будет супер круто. По-моему, еще два появления вертолета. Обнял его так. Родненький мой. По фильму или просто, честно сказать, не знаю, Петл. Мне кажется, просто... Уперся такой в кусты, дальше не бежит. По мотивам, да. Loosely based, как говорят. Так, 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 ребята, ребята, отстаньте. Привет, Инферно. Фак. Прогресс, ну, как тебе сказать, несколько раз я вот доходил до последнего босса. И, собственно, на нем сливал. Просто из-за того, что не понимал, что, как в него стрелять, что нужно делать.
одного удара. Отлично. Супер босс. Сейчас, подождите секундочку. Не-не-не, все окей. Никаких звонков. Белазис, ну вот, вот что ты начинаешь? Ты же знаешь, что эта тема закрыта. Сам говорил про это. Вебку когда включишь? Ну, когда у меня будет нормальная вебка, наверное, тогда. Которая будет нормально, адекватно хромакей воспринимать. Потому что это говно китайское просто не может нормально работать. Она постоянно отсвечивает. Надеюсь, Лили не смотрит. Он не услышал, как я отзываюсь о китайской продукции. Все, это последний левел получается. Лучше пчел. Ай-яй-яй, проехал, проехал. Назад. Да уж, по лаве плывет действительно. На лодке. Либо, может быть, эта вода отражает лаву где-нибудь. Точно, точно, ржавчина, да. Но почему-то у истока получается нормальная вода. Мне всегда нравилась эта смена цветов. Типа река кровавая стала, надвигается капстница. А, кстати, может быть и кровавая, действительно. Реки крови. Так, гранаты, да? Окей. И чё? И всё, что ли?
Ах ты гад, а! А, Багулина такая. Да нет, вроде. Спасибо, Фабино, за подсказку. Я не знаю, сколько бы я мучился, я бы до этого, наверное, не догадался бы. Наконец-то, наконец-то. Игра детства пройдена. Я ее теперь обрежу, залью на YouTube. Эпичная заставка. Сбегаем с острова. За ящера? Ну да, сейчас перекурчик небольшой сделаем и за ящера попробуем. Робокопа обожаю на Сеге. Вот там играфонный геймплей и балсы. Но Робокоп прикольный, да. Не спорю. Кстати, господа, вновь пришедшие. Если кому интересно и кто не хочет пропустить, короче, остальные стримы, подписывайтесь вот здесь на паблик ВКонтакте. Очень удобно. Я там все выкладываю прямо в первую очередь. Если стрим, то анонс, короче. Пожалуй, за Раптора и... Давайте прям 2 минуты перекур и продолжим. We'll be right back.
sleep till. Все, короче, продолжаем. Hidden Ruins. Саван. Только по сути один левел меняется, что ли, да? Или еще какой-то. А, и тут нам надо уже подняться. А какова вообще роль? Эй-эй-эй. Динозавра, ну понятно, а, ну а что вообще делать-то? Просто вверх бежать, гнездо или что? Роль динозавра в природе, блин. Сложнее, кто там спрашивал. За кого сложнее? Чувак, куда поворотливее. Чук-чук-чук, хвостом. Жрать какие-то батареи. А зачем это? Что это за батарея? Это самое начало. Да ладно. Прошел. Что за бред? Я тупо поднялся и спустился. И прошел. Окей. Так, давайте посмотрим новый левел, что он из себя представляет. А, это, кстати, не новый, нифига. Просто тот, по-моему, не был показан. А, петлю сделал. Мне показалось, что я туда же прям прилетел. Типа вниз. И что вот это за батарея? Зачем это нужно? Провиант какой-то, не понял. Ч-ч-ч-ч.
Да жесть. Блин, что за дерьмо? За Раптора проще, блин, вот я не знаю. Но я просто первый раз играю, что-то мне, видимо, непривычно. За чувака как-то он, ну, он попроворнее. А вчера смотрел твой стрим, Принц, шестая часть, что там с темой реал-стрима. Ну, короче, у меня на даче не берет Йота, и это вообще дурацкая затея изначально. Там единственный вариант, ну, просто там как бы получается слишком большая глубокая яма. Никакая йота оттуда не способна стабильный сигнал передать. Мать точно. Да, на днище. Тут вроде
Да, задумка была в том, чтобы беседку транслировать именно. То есть, как бы... Не то, чтобы там прям весь дом. Это ни к чему. Это, знаешь, это как реалити-шоу с этим самым. Так в том-то и прикол, белозист. Это самое и подразумевалось. Я не пойму, как туда пробраться. Ведь мы выше. Ну, потому что невозможно. Дача 2. Да. Я говорю, если кто-нибудь смотрел, доктор Сатана смотрел, на его, наверное, нет. Реалити-шоу с этими... с алкашами, короче. Бирюлевскими. Ну, у нас, конечно, не так жестко, но... в целом, как бы, персонажи есть тоже нормальные, поэтому... это будет достаточно весело, я уверен. Слышно не очень. Окей. Сейчас исправим. Ребята. Чё-то я такое ощущение, что тупо без толку хожу туда-сюда. Совладал с управлением. Ух ты! Я озверел. Насколько это долго? А, это временно все. Да, это неинтересно. Выбрался.
Здесь вообще жесть. Нет, тут надо поверху. Это жесть. Только поверху. Никак иначе. Жизни слили, это жесть просто. Да, давай, Белазис, да я тоже сейчас уже, наверное, пойду. У меня сегодня вообще со временем не особо. Поэтому решил с утра сразу. Фак. Че, их убивать, что ли, всех надо? За человека намного круче. Это какой-то геморрой. Этот динозавр тупо не управляется. Либо я еще не понял, как это делать. Давай, Блэзер, пока. Здесь, получается, каждого надо убивать. Нет, иначе они тебя просто тупо забросают гранатами. Не знаю. Съедят, расчленят. Все. Или, может быть, в Mortal немного поиграть, я даже не знаю. У меня есть, в принципе, 15 минут. Можно было бы, наверное. В имбовый Mortal. Стрим эротики. Привет. Отличное имя. А, это... Все, я понял, понял. Кстати, Йети-то пришел в итоге, нет? Я этот пароль помню наизусть. Не знаю, правда, зачем он нужен на данный момент. Но здесь можно. И, кстати, никто не знает, что за опция у Нести. Я единственное, что помню, нужно было ставить, для выполнения Фергалити. Что ты там у меня говорил? Давай разберемся один-один. Где говорил? Так, надо, короче, забиндить управление.
на стрим зашел, поставил смайлик и больше... Не, ну я просто... мне было интересно, когда Йети появится. Так, получается бег здесь у нас. Свет. А. С. Б. Так, тут надо не забыть изменить. Very easy. На самом деле сложность тут, мне кажется, от медиума до very easy. Спасибо Real TV за то, что дали весь фильм прогнать. Так в итоге-то появился зверь. Медиум. Не, я все-таки буду на very easy играть, зная, как они хреначат на любом уровне сложности. Саб-Зирой. Зверь появился. Три раза в фильме появлялся. Прикольно, прикольно. Не, задумка нормальная. Вообще, ну, как бы, для любителей самое то. Эй. Ч-ч-ч-ч. А, тут ЗЦ, я забыл. Кстати, на СК2 вообще нормально с этим. Кто вспомнит, как Stage Fatality у Sub-Zero? Вперед-вперед, вниз-вниз, да, блок? Или вперед-вперед-вперед блок? Как-то так, или вниз-вниз блок? Если, конечно, эта дура даст мне сделать ей фотографию. Я буду ногой дебила пользоваться. Интеллект, конечно, нравится в сеговской, короче, версии, но при этом графони здесь ужасно. Хотел на Prime попасть сначала, но потом подумал, они конкуренты, я больше народу собираю. Ну, конечно, блин, извини меня, дрочеры не перевелись на земле русской. Вообще в миру. Как бы это грубо не звучало. Блин, а я не помню, если напомнишь, как это делается. Капитан Вихлюн. Как делается второй? Что-то А зажимаешь, назад, вперед, вперед, вперед.
назад, или просто назад, вперед, 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 вперед. Я не помню, как она. Забыл. Слушай, чувак, я только как бы могу сказать, что... Ай, блин, не успел. Долго вафлил. Я не поклонник вообще как бы эротики в целом, но почему нет? Можно заценить про Mortal Kombat. Совсем здесь же это легкие. Вот на SNES, на Изи они также разносят, как и на медиуме. Девки вообще там имбовые. Даже не говорят, ни фаталити, ничего. Ну так что, шар-то будет, нет? Да, я помню, что он все время это делает. Ай-яй-яй-яй-яй, кто там? А, нифига. Опасный парень. Ай-яй-яй. Да, подкат к нему вообще противопоказано делать. И вообще-то какой-то... Шар, удерживая А, нажмите назад, назад, вниз, вперед, отпустите А. Ясно. Мне почему-то казалось, что назад, вперед, вперед, назад, вперед. Как-то так. Назад, назад, вниз, вперед, А. Все. То есть, точнее, отпустить А. Блин, ты достал. Ногой дебила! Нога дебила — это сила. Иногда без нее никак. Как-то так.
стейдж сделать, если, конечно, она меня... Если она мне позволит. Нет! Да не... Блин, он зажимает в угол и все. Даже не сбросила. Может, потом как-нибудь рок-н-ролл рейсинг запилишь? Да, запилим, почему нет? Можно. Так, ну фаталити показал, теперь можно за Джонни Кейджа сделать отшибание. А я на SNES больше рубился, короче. На Sega уже потом рубился, когда SNES-ка кончилась. У меня была Sega, и я... Короче, вспоминал, как я... насколько графика лучше на SNES. Ай-яй-яй-яй-яй. Изи. Блин, ненавижу его вот на дальнюю дистанцию подпускать это все. Проигрыш сразу. К нему потом хрен подпрыгнешь, он из любого положения. Всей красе. Только хотел написать про три головы и на тебе. Так, еще можно сделать фергалити, но это надо, короче, выходить из игры. Уже не получится. Надо было у Нести включить. И вообще на двоих надо было там режим выбрать. Всегда было загадкой, как они могут тебя ловить во время того, как ты их атакуешь. То есть это получается контратака, читерская, по сути, да? Это вполне себе оправдывает ногу дебила, мне кажется. Разве нет? Он же, когда на меня летит с велосипедом, то есть с ударом и ногами вот этим, я же не могу его перекинуть через себя, правильно ведь? А он может мои атаки так прерывать. Назад-назад вниз С или А. Назад-назад вниз А вроде у него.
паузу не могу никак поставить. Сейчас, секунду. За динозаврика нет, не прошел. Какая-то жесть там вообще. Я потренирую чуть-чуть и поиграю потом. Им невозможно управлять нормально. Я что-то прям бешусь. Нашел, наконец, представь себе, он вот так вот зацепился и мог стрелять. То есть динозавр бежит, главный герой как-то зацепился за ногу и стреляет. Прикольно, прикольно. Но он и так, когда на нем там висит, он как бы обнимает его так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это сволочь. Ты заколебал. О, как страшно. Барак ему любимый в этой части, и фаталити у него классный, да. У него, кроме того, еще есть комбо ногой. По-моему, у него единственный, но... Ну, я не знаю, Домино, я, короче, это не прочухал вообще там нифига. И мне показалось, что он какой-то тугой, еле-еле бежит. Я дошел до второго левела, вот эти руины, которые, и там меня убивали. Фаталити помню просто как. Так, 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 ай-яй-яй-яй, секундочку. Такая цветовая палитра, и вообще так нарисовано, что когда вот 98-й винде включаешь режим 256, по-моему, цветов. Примерно то же самое. Нагибает-то нагибает, но вот этот козлин тоже сильный достаточно. Кстати, по-моему, еще нет нижнего удара рукой, насколько я знаю. А, есть. А, нету. То есть, если присесть и нажать вниз А, то он не делает такой тупой удар.
получаем. Пульк? Как в третьей части, допустим. А, чисто делает апперкот. Вниса. Здорово, филлер. Ты с работы или на работу собираешься? Джейд выглядывает со смоуком там за дерево. Интересно, что они там делают? Что у них там общего? Нога дебила! Помоги! Решающий раунд. Мне кажется, исход уже ясен. Да. Анимация апперкота такая, как будто из трех всего лишь кадров сделана. Один это заносит удар, второй апперкот непосредственно, и третий это верхний удар рукой. Так, ну кем скорпиончиком? Кстати, прикольный удар такой есть. Если получится вообще ему сделать, он почти все время блокирует его. На самом деле, один из самых бесполезных ударов. Да и вообще, Скорпион медлительный. Не лучше им Катриладжи запустить? Возможно. Лучше. Платформе. Вот, кстати, на этой зоне можно сделать фергалить за. Фергалите, да. Ты не знал? Только в сеговской версии есть это фергалите. МК Трилоджи... Хрен слышно. Сори, сори. Спасибо, что сказал Кратофан. Давай, скинь. Есть. Вот, пожалуйста. Ну, тут не эпичное падение. Снесовское, короче. Да вообще, блин. Люкан сам на себя не похож. Анималити, кстати, это одна из самых больших загадок, короче. У меня, помню, книжка была, в которой, блин, я не знаю, какие-то упоротые чуваки составляли ее. И, в общем, они писали там несуществующие фаталити, анималити и так далее. Я голову ломал себе, блин. Ну, реально, очень много лет свято верил в то, что это можно сделать, все, что там написано.
Даже убеждал своих друзей некоторых. Вообще, надо заметить, что это битва достаточно эпичная. А я на аркаде играл. А, блин, ну как же так? Да, Дозир, привет. Именно так и есть. Анималити, да. В третьей части на Сеге появилась. Привет, Флоткэт. Ты у кого спрашиваешь? В Кентара. Там нужно что-то сколько-то секунд держать. То ли А. Да, А вроде. Вот, и драться только одной ногой, насколько я помню. Короче, вообще какие-то издевательства. И в конце отпускаешь нижний удар рукой, и ты превращаешься в Кентара, и чуваку типа полтела сразу. Не, на самом деле часть очень прокачанная в плане вот ништяков всяких таких. Очень она мне понравилась в свое время. И самое интересное, что не обязательно знать комбо для того, чтобы круто играть. Не обязательно, можно выучить как бы несколько стандартных комбинаций. Ну, то есть, если вот среднестатистический игрок, допустим, будет играть, то даже он сможет там за пару дней обучиться нормально. Ну, если совсем, конечно, не... Все плохо. Ой, как хочется в Killer Instinct поиграть, но так не хочется менять эмулятор. И геймпад еще к тому же. Да, ну вот у меня Дозир, в него получается намного лучше играть, чем в Mortal Kombat. И я его как бы люблю намного больше. Mortal Kombat, безусловно, круто. Здесь, кстати, можно было смоука вызвать. В принципе, АББА вниз, АББА вниз, вверх. Проверим память. Воу-воу-воу, всем привет, кто подходит. Осталось вспомнить, где А. А, Б, Б, А. Вниз, А, Б, Б. А, вниз, вверх. Во. Смук. Смук.
А вниз, назад, А вниз, С вперед, вверх, вниз. С вперед, А назад, А вверх, С вперед, А назад, А вверх. А, С вверх, Б, вверх, Б. Блин, А, С вверх, Б, вверх. А, С вверх, Б, вверх, Б, А вниз. Вот. Продемонстрировал, короче, свои знания. Анималити будем делать, но там какая-то особая схема, я не помню. Если вот напомнишь, капитан Вихрен. В принципе, там надо сначала Мерси сделать. Так. А, смокнулся, так. А вот если код ввести, и боссы, да, будут? Давай-давай, филлер, пока. Таймер. К черту. Маленький столбик можно попытаться пройти, если что-то из этого выйдет. Мерси делается с зажатием Y и вниз-вниз, по-моему, нажатием. Я не помню точно. Либо вниз-вниз Y, либо Y зажимаешь и вниз-вниз-вниз. Вот как-то так. Привет всем, кто подходит. Народу дофига. Сори, Балу. Я не сменил, короче, дашборд. И сейчас я это сделаю, потому что это несерьезно. Извини, я забыл. Оставим просто Sega Genesis. Да, геймпад у меня, конечно, на данный момент не очень удобный для файтингов. Вниз-вниз, назад, вперед, Б, по-моему, у него фаталити. Привет, Сенсорика. Первый МК, где появились комбо. Ну, да, по сути. Ну, хотя во второй части было там у нескольких бойцов такие комбо, но они не были официальным введением. Это просто, как сказать, баги такие. Эй-эй-эй. Я помню, вот это все время доставало меня. А ты чего ушел, кстати, вниз? Чё-то нет твоих стримов больше. Бестактный вопрос, конечно, но что поделаешь, любопытно. Ах ты, какая. Бомба. Сейчас, погоди, не могу пока заценить.
Ясно. Ну тут видишь, каждый раз нововведения всякие. Поэтому не все так плохо, как кажется. Блин. Не, на этой костовине это в файтинге играть просто сумасшествие какое-то. Вот на логитековском джойстике, вот это да. Так, кого тут еще можно? За большую четырехрукую тетю. Третьей части Dark Trend не было изобретения, короче, уже ультимейта. Хотя, честно сказать, я в хронологии Mortal Kombat не особо разбираюсь, может быть, он уже где-то и раньше появился. Но вообще, насколько я знаю, Noob Saibot он появился после второй части фильма. Когда его включили в игру. Я, конечно, могу глупость сказать сейчас, но почему-то у меня такое ощущение, что вот большинство вот этих персонажей, типа Ермака, короче, Рейна и так далее. Да, три раунда нужно, чтобы он тебя убил, короче, один раунд. Вот, и на последнем раунде, когда финишем, сделать... Я, правда, не знаю, есть ли условия еще какие-нибудь, типа, там, только ногой драться, например. Как для бабалити, там, тоже какое-то условие такое должно быть. Это все говорится наверняка в мануале, которого у нас не было никогда, и... Я до сих пор эту брешь, как сказать, не просветил. У него, кстати, тоже интересные фаталити. Снимает шкуру. Сейчас, конечно, легко такой получился. Как такое возможно? Не, выходные бонус не получится. Выходные отдых. Вообще, я понял, что когда стримишь целыми днями, к концу недели ты реально устаешь. Ты знаешь, это как рабочая трудовая неделя. Поэтому выходные будет отдых и все дела. Садомия. За кого бы, за Сайрекса, например. Он там рогатый уже близко. Здорово, Ксавье. Давай, Бомбус, пока-пока. Блин, а я думаю, что не так, а я, короче, забитил себе кнопки не туда. У меня блок с этим, наоборот, с бегом. Эй! Что-то там вниз-вниз, вверх-вверх, вниз-вверх, X.
И такая мясорубка. Мне вот эта локация очень нравилась всегда. Особенно когда узнал, что тут еще и Stage Fatality можно сделать. Вообще красота. Вот блок не туда поставил, все, уже тяжело. Уже лишние движения приходится делать. Ты вообще. Молодец. Да, это обычный Ксавье. Фига! Прикольно. Показал фаталити. Прям уже на последнем издыхании. Так, ну что, мы до барана-то дойдем, нет? Я сейчас всех своих любимых персов переберу. Хотя здесь они, наверное, все любимые практически. Ты заколебал. Вытрясу из тебя все. Всю дурь выбью твою. Да-да-да, привет, кубик. Ну а что делать? Если он такой имбовый, я же не виноват. Прыжками, как-то без проблем. Ах ты с...
А, блин. Саб-Зиро повыше чуть-чуть у него, конечно, в этом плане. Вот как все-таки, да, разработчики потрудились над созданием, типа... параметров всяких игроков. У кого-то нога длиннее, у кого-то там магия может по всему экрану гулять, короче, и так далее. Это делает перса уникальным. Жалко, фаталити ему нельзя сделать. По непонятным, кстати, причинам. А, тут, кстати, багули есть. Если нажать в этот момент старт, то ты перейдешь Шаукана, и там начнется такая баговая тема. Несколько бойцов повторяющихся. А, там, по-моему, Кана будет несколько, Соня и, по-моему, до бесконечности там. Да ты заколебал. Шаукана, да, проще там. Кэт, ну а что поделаешь? Тут бесполезно доказывать кому-то что-то доказывать. Арбузер. А, блин, такой... момент пропустил. Да, все нормально, только каждый, кто более-менее шарит, должен, короче, зайти и высказать. Абузер, не абузер. Сложность, да, обычная самая. Вообще, ну как бы так, по стандарту нормал, а сложность столбика no vice. Блять, опять этот спорт ассист, да что ты не вовремя так? Ну вот, блин, вылезло активное окно и... Нет, он Псайбета. Или ли, это же третий. Все из-за этого ассиста. Привет, Бейзил Смит. Все беды в нем. Надо подключать эти обновления внезапные. Сколько раз они мне уже портили. Лососни тунца.
Да, закат, могу играть. Ну, коды. Я в начале игры там показал код на смоука, на открытие смоука, без входа в секретную, в секретную таблицу просто. Бля, вот это вообще, конечно, было я. Вот, и три секретные таблицы. Сори. Да что я все время, Фак. Точно такой же расклад. Похож на барабанщика группы Red Hot Chili Peppers, Чет Смит. Одно лицо просто с него рисовали. А что это было, Ксавье? Ну, это, короче, эмулятор может такую фигню делать. Surreal Gens 32. Пауза как бы. Да ты заколебал. Здорово, юзор. У нас тут баталия разворачивается вообще. Серьезная. Сучий ассист. Опять что ты вылазишь-то все время? Я не понимаю. Привет, Серев. Слишком много почек во время патрулей. Блядство. Как дела? А, Юза, нормально дела. Лето, отлично все. Супер. На даче тусую, отдыхаю. Играю вот временами. Да иди ты взад. Да-да-да, ко мне только что заходил этот чувак. Если он не ушел, кстати, возможно, и здесь. Ну не порно там, эротика с участием этого самого. Да ты... Есть. Смотрите, как эпично это вообще. А, прям порево? Ну ладно, ладно, не буду спорить. Я просто не заценил. Скриншоты сделал. Vicious Battle, Sub-Zero Faces, Cyrex and Sector. Столкнулся с Cyrex и Сектором. Но не один, он нашел his third link way assassin, the elusive smoke before automation smoke and sub-zero allies. Help smoke recall his parts. Блин. Короче, не успел прочитать. Sub-Zero defeats his cyber assassins with help of smoke and find. Outworld menu. Да, по таким стримам лучше не ходить. Ну, в смысле, ходить, но с осторожностью. Смотреть все-таки. Thank you.
психику, короче, подорвать. Тут всех актеришков показывают. Реал ТВ, ну да, если сделают, это, естественно, будет круче. Хотя, может быть, и не круче, кто его знает. Посмотрим, как там. Привет, Зиолот. Возможно, у меня что-то с настройками фильтра. Я не берусь утверждать. Вроде никаких фильтров не стоит, но что-то мне тоже не нравится графончик. Всем, кто приходит, новенький, и желает узнать, когда же там все-таки стримы, предлагаю подписаться на группу ВК. И здесь, и вот здесь. А что, сейчас дадут нам, по идее, да? Выбрать им каприз. Надо брать череп, насколько я помню. Я просто не знаю, на навайс дают, не дают? Или это только на... Да, походу, не дают. Блин, народу так собралось, а мне надо уходить. Давайте последнюю игрушечку какую-нибудь. Я придумал. Сейчас кое-что другое сделаем. Так, сейчас, секунду. Ha!
Что-то не так с захватом. Офигеть теперь. Как же с ним справиться? Походу он без музыки опять, сучий потрох. И дико подлагивает. Да не, Картофан, это невозможно, короче. Я вам просто хотел вам показать, что на Сатурне есть. И горы, допустим. Мне уж сваливать надо. Не, это пиздец. Подлагивает сильно. Ладно, короче. Не, это не Муген. Нет, диалог. Это не антология, это... Аллаху Акбар. Валаху Акбар. Короче, какие-то проблемы... Понятное. И с музыкой, и с эмуляцией. Фак, 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 фак. Бисмилла. Здорово, Red Smoke. Блин, обидно, конечно. Что он так подлагивает. Ладно, буду заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Всю ночь в окружении этих шахидов работал. В общем, напомню еще раз. Буду вас доставать, чтобы вы подписывались в группу, потому что это единственный верный способ следить за анонсами. Вот, можно, короче, еще на Twitch подписаться, но это вообще уже жир. Все, всем пока, спасибо большое за хорошую компанию, всем хорошего дня, пока-пока. I started to swerve, and then I saw the Jag slide into the curve. I know I'll never forget that horrible sight. I guess I found out for myself that everyone was right. Welcome back.